Жилой дом горел в Харовске. Пожар произошел накануне в 22:50 на улице Комсомольской. Загорелся одноэтажный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Причина происшествия – предварительно неисправность оборудования, а именно телевизора. Пострадавших и погибших нет. Машина загорелась в Вологде. Это случилось в 19:20 накануне на окружном шоссе возле дома 12. По информации МЧС, там находится автостоянка. Загорелся автомобиль BMW 730. Огнем повреждено лакокрасочное покрытие левого переднего крыла, передняя покрышка. Причиной происшествия стал аварийный режим работы электропроводки. Все обстоятельства устанавливаются. Учитывать погодные условия призывают водители и пешеходов сотрудники ГИБДД. Погода ухудшилась. Ночью заморозки, утром на дорогах гололедица. В таких условиях водителям необходимо менять манеру езды, чтобы избежать аварий. Традиционно с наступлением зимнего периода наступает и день жестянщика. Это когда растет количество столкновений. Стабильно при плохой погоде инспекторы фиксируют до 50 аварий в день. Прежде всего, советуют полицейские, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию, забыть про агрессивные маневры. Особенно необходимо быть внимательным при проезде перекрестков. Как рассказали в ГИБДД, с начала года выявлено более 700 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора. Это опасное нарушение может привести к серьезному ДТП. Также особое внимание инспекторы обращают на поведение пешеходов.